Перед началом данного видеоролика хочу вам порекомендовать очень крутой канал Санка. Ребята, просто перейдите, подпишитесь, потому что Санк очень старается, Санк мой хороший друг, он снимает действительно годные видеоролики. Ребята, пожалуйста, нажмите на эту красную кнопочку подписаться, все ссылочки будут в описании, а мы продолжаем. Всем привет, ребята, Кент на проводе, и прямо сейчас я играю на уникальном проекте под названием City Ember. И сегодня, ребята, я буду делать обзор на этот сервер. Ну что, я только что сюда зашел, дальше я написал команду Kickstart, и давайте вместе с вами посмотрим, что же в себя включает начальный набор. Начальный набор в себя включает кожаную бронь, очень даже неплохо. Дальше мы получили инструменты, это железный меч. Дальше железная лопата, железная кирка, железный топор. Ну, в принципе, все как обычно. И, ребята, самое-самое лафовое, это самая большая лафа, это целый стак древесины дуба. Ребят, как по мне, это пипец как много. Честно говоря, я просто сделал бы стак дубовых досок, я не знаю, зачем так много. Но, ребята, только при помощи этих инструментов вы можете вообще ничего не добывать и уже построить себе дом. То есть, халявы тут, ребят, предостаточно. Ой, знаете что? Я очень сильно хочу поиграть в варп-казино. Потому что, если вы помните, я уже играл на этом проекте, но, ребята, в казино я еще не играл. Варп-казино. Так, ну чё, давайте, кентуха готов. Я готов поднять свой капитал, поставить 100 долларов, поставить 1000 и поставить 10 тысяч. Да ну я бомж, откуда у меня такие деньги? Так, ну, давайте начнем с чего-то более скромного. 100 долларов. Вы проиграли. Блин, черт возьми, вот это я лалка. Надеюсь, в этот раз нам повезет. У вас недостаточно денег. Блин, я что, все свои деньги потратил? Короче, ребята, если вы бомж, как я, то никогда не играйте в казино. Иначе будет то же самое, что и со мной. У меня теперь вообще ничего нету. И прямо сейчас я вам расскажу, как же можно заработать себе денег. Ребята, мы находим вот это место. Я его называю барахолка. Мы заходим сюда. Дальше берем наш булыжник или вообще любо что, что тут есть. И просто, ребята, его продаем и получаем по 1 доллару. Ну, как по мне, в принципе, неплохой ништячок. Буквально, ребят, насобирав 100 булыжника, мы можем сыграть еще один раз в казино. Ребята, конечно же, IP-порт этого уникального проекта есть в описании. Заходите, играйте вместе со мной, потому что, ребята, я иногда играю без записи на этом проекте, потому что это сервер моего хорошего друга. Ладно, ребята, всем большое спасибо за просмотр данного видеоролика. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. А с вами был ваш Кент, всем удачи и всем пока.